Сара на трибуне. Примерно хотим мы делать в игре. Окей? Поехали. Валуйся. Хорош, Савелий! Поменялись? Кто идет? Ба! Хорош, Юра! Него, да, да, хорош, Вань, хорош, добегание. Ай, бля, что ж передача-то, алло? Балалер! Все, возить его! Мечи дайте сюда еще! Полечи, ва! Защитники, ва! Кто там? Хорош, да? Хорош! Здорово! Беги, беги! Бегай! Иди, 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 иди! Хорош, лечи! Ай, лечи, супер! Глеб, один! Глеб, красава, Глеб. Не было, не говорит. Нет. Он все равно чувствует. Ну, за счет чего сюда сокращает? А потом посмотрел, он соглашал. Сколько даешь, Илюх? Один победа? Давай два победа. Давай ноль. Два победа, да? Давай два победа. А два вот твоя что победа? Один просто или ничего нет? Россия. Все. Да просто ворот попасть. Хотя бы. Ну вот здесь ворот отворяешь уже. Опять. Но это не конек. Опять все, не слава богу. Не конек, Давид, Давид.
Товарищ судья, вне игры, товарищ. И нет уже. Половинка. Два. Два уже, да? Да. Ну, один надо закрепить. Солдат один, как обычно? Не узнаю, солдат. Обычно забиваешь. О, другое дело. Сколько с камеры? Я думаю, так и останется. Я тоже так думаю. От подачи. Ба, по последнему удару, ва! Ванечка, вас больше пришло, не 9. Давай, повторись. Он остыл. Саш, ты остыл, Саш. Да ничего страшного, сейчас согреете. Круто. Круто, готов? Теперь в дальний будешь бить, да, Дань? Теперь в дальний, дай. Он не меняет. Уэээ! Что-то вот ближний, видишь? Не говори, не говори. Чё? Все, Федя, уходим. Да-да. Стой. Чё, да, без свистка же был, да? Ты чё, сбили? Ух. Хорош, молодец. Давай, давай. Показать куда. Алло, ёп. Волейбой, может быть. Отлично. Чё говорил, ноль? Я гимнастику не сделал. Я вас предупреждал. Виталий, давай. Повезло, ёп. Макс, я. Давай, давай. Я в ближний. Вот. Ну я кувыркнусь, все равно. Че? Я всегда так не был. Я сюда приезжаю, всегда в один друг другу. Еще можно встать в крылья, вернуться, два гола забить, чтобы Корнилова обогнать. Будешь делать? Будешь лучший бомбардир в истории крыльев, в российской истории. Я в новой истории. У меня сейчас контракт нет. Ну, тебе два гола надо забить, приедешь в аренду на три месяца.